Друзья, всем привет! Погода сегодня радует. Приехали интересные тачки воевать. Прям очень интересные. Суть данных заездов. Злые тазы. Это Приора, четырка, сейчас подъедет еще Калина. Очень злые тазы будут долбить против иномарок. Короче, BMW. Сегодня очень много BMW. E60, M5. Стоковый абсолютно. 39-ка, 525-я. Коллектора, чипы, выхлопы. И две 520-ых. Сиат. 1.8 турбо. ИС-20. Механика сил 340. Едет очень сильно. Машина уже приезжала, будет воевать против М5 и Е60 и Суперб. Эта тачка уже была на канале. CH3, ИС-38, 400 сил. Передний привод. И, кстати, Бэха еще одна. 750-я. Три турбины, дизель. Как она едет, я даже не заезжал ни разу. Когда на шестерке катался против Панамеры, вот такая была на чипе. Очень зло ехала. Очень зло ехал. Это тачка в стоке, да? Это тачка в стоке у тебя? Она стоковая. Ну, короче, лайтовая прошивка. Ага, колонки. Я понял. И лайтовая, сколько сил в стоке? Ну, в стоке 380. Ну, на этой лайтовой сил 400 есть? Ну, я думаю, да. Хорошо. У нас субаристы приезжали, 208 в стоке, на чипе, говорит, сил 250. Только субаристов минусует мощность. А еще сегодня один реванш у нас должен состояться. Это Веста. Веста. Валера приехал. Заезжай с Кирилл. Чип-выхлоп на чип-выхлоп. Что думаешь, Валер? По твою душу едет сейчас Рио сюда. По-любому. Победа или ничто. То есть сегодня только победа. Либо колено ляжет, либо... Я пешком пришел вообще. С Воронежа. Пешком? Каждый раз. Я вчера еще вышел. А что с Киесидом? Какие доработки? Стоит. Первая пошивка на даунпайп. А что по силам примерно? Где-то 230. Почти 200 в стоке, да, в нем? 230 нормально. Ну, 230 должно сказать. Отлично. Ребят, сколько весит М5 E60? Сейчас проще делать. Тонны 755. V10. 2004 год, одна самая первая, самых первых. А у них была разница в рестайле? До рестайли по мощности, по моторам? Ну, особо там, по-моему, нету разницы. Те же 507 сил, да? Что там, что там. Очень красивая машина живьем. Вроде бы, знаете, E60 похожа на E60. Но когда подходишь вблизи, видишь эти колеса, тормоза, выхлоп, бампера. Ну, она очень хороша. Прям очень хороша. Сейчас машина на полном стоке. Владелец хочет показать и попробовать, как она будет ехать против быстрых тачек. А в следующем сезоне уже будет позлее, друзья. Друзья, мы занимаемся подбором и проверкой автомобилей в Воронеже и области, а также прошиваем Toyota и Lexus от компании «Источник мощности». Вся информация находится по ссылочке в описании. Ну тебе открывать бал. Да без разницы. 525-я, E39-я, коллектора, чип-выхлоп, сил 200. Едем. Что по конфигу? Все спрашивают. Какой конфиг? Поршня СТИ, шатуны низ стандарт, 1.6. Коробка, 200-й ряд, и валы, дуждин 10.05. Голова пилена, да? Голова пилена. А клапана большие? Большие. Ну, конечно, не мыл ничего. Позавчера, ну, обычно рабочее состояние. Позавчера дунули, дунула прокладка, завчера сделал, завели, все. До скольки крутишь? Осечка 8600. Бля, погоди, на тахометре же 7. По передачам, по скорости. А, то есть по скорости переключаешь? Да. Приорка. 1.6, 160 сил против 525-й. На коллекторах чип-выхлоп. Е39-ка. Которая проехала очень злую Калину, но не проехала Гранту Спорт.
Давид, кстати, очень хочет с тобой на перезаехать, так что давай настраивай, сейчас он ставит 63-й выхлоп и перезаедешь с ним. Хочет реванш. Были траблы, сейчас машина сделана, донастроена, ей сказали еще быстрее. Ну, посмотрим относительно приора. Раз, два, три! Я у тебя стал! Как на полном приводе скаканули. Мы даже не рвя коробку едем, скорость. Ну, спидометр, мне кажется, на соточку, да? Стрепеживает немного. Все, отпускаем. Гля, пошел, сейчас набираю. Слишком хорошо поехали. Ты что с ней сделал? Она, мне кажется, злее поехала у тебя. Да, слышишь? Да, слышу. Рация выключена была, я тебя не услышал, когда стартовали. Обалдеть. Ну подъезжай, давай еще раз встанем. Подъезжай, равняйся на счет три. Раз, два, три! На провалец мы все равно улетаем вообще. Вот эти те валы повернули. Корпусы 2-3, уезжаем. И мне кажется, продолжаем еще чуть-чуть уезжать. 180. 190. 200. Все. Она вообще люто поехала. Сегодня тазам будет очень тяжело. Вот это 2,5. Это, наверное, за все время... что машины приезжали самые едущие 2,5. Вот реально она очень хорошо едет. Раз, два, три! Блядь, за счет объема сразу сорвались от него. Пол корпуса. Я сейчас начинаю догонять. На ходах хорошо едет. Приорка. Скорость 150. Переключил. И мы поехали. 180. Уезжаем. Объема здесь не хватает. Все, 200. Давай сейчас равняй с нами 8, сделаем последний раз в ту сторону. Давай. Раз, два, три! Не попали чуть. И за счет этого, да, он сразу полетел от нас. У него вот эти вот передачи боевые, вот сейчас куда-то передачу включит, и мы начнем сейчас забирать. Скорость 160, 170. 180. Вот в этом моменте. 190. Лютый вверх. Все. До 160-170 приор едет сильно. Прям очень сильно. Но потом мы забираем. Подогрелись, да? Ебал сейчас третью люто вообще. Очень-очень люто. Но все равно нагнали. Конечно. Видишь, все равно после 160 сильно начинаем забирать. Прям сильно начинаем забирать. Старт, по-моему, сегодня очень плохо. То ли волновался, первый заезд. Сейчас еще прокатаюсь, попробую с кем-то еще встать. Ну что, друзья, сейчас будет лютая битва. Суперб, самый стильный, наверное, в городе Воронеж и самый быстрый. Stage 3, 2 литра турбо, передний привод против легенды. BMW M5 E60. По цифрам, мне кажется, они прям поедут очень близко и очень ровно. Это будет лютый заезд по этим ходам. Что BMW буксует с места, что Суперб. Так что сейчас поедем ходом. Ребят, готовы? Раз, два, три! Он что, не поехал? Я включил рацию. Блять, я рацию не включил. Рот, набираем 60. Поехали. Так, попытка номер два. Рацию не включили. Ну то адреналин чуть спал нибудь. Готовы? Раз, два, три!
цена 200 лучше, чем... Короче, у нее 200-300, чем 100-200, мне кажется, у нее лучше. Это вообще дико, дикий разгон. Ребята, вам сейчас 80 нормально будет? 70 получше. 70, давайте 70, окей. А потом сотку сделаем. Какое время примерно Е60? Плюс-минус 10 секунд, да? Ну, сток по паспорту там, да, 10 секунд. В тот раз белая приехала, все мертвые, время не едет, а ехал 9, ёп. Готовы? Раз, два, три! Ребят, развернемся, чтобы сотки, наверное, сделал, да? Готовы? Раз, два, три! Ну, сейчас не буксовали. Хороший старт получился. Как ни крути, опять быстрее. Вот, все равно. Внимание! Снижается сервер. После 106 начинает лежать. На 106 сервер прорывается. Вообще М5 улетает. Вообще улетает. Все. Ну, сейчас вся надежда на Сиата. Что он сможет сделать? Ну, Сиат слабее, но он легче. Но это вообще... Лютая тварь. А со скольки вообще этот мотор вот прям принимает уже? Он из 3000 уже едет хорошо, да? Ну, в зависимости от состояния ванусов. Здесь уже у меня на одном рейду, на одной башке ванусы верховые хочет, уже так и не подрывает, как должно подрывать. Ага. А вот самый вот лютый приход, со скольки прям ехать в бою? Да. С 5 достаточно. Уже все, из 5 она валит до самого конца. А когда валы или даже не валы, если сделать стейдж 2, впуск, выхлоп и чип, до скольки можно крутить? Там чип смещается еще на 500 оборотов. То есть это 8,5. 700. Владелец Суперба сказал, давай зайду сразу со всеми. Он спешит, надо уже скоро уехать. Поэтому он сейчас заедет сразу с Сиатом 1.8 турбо из 20 турбина, 340 сил, механика. Машина легче, но слабее. Но как она поедет против Суперба, не знаю. 2 литра турбо из 38, 308, 400 сил. Передний привод обе тачки. DSG DQ250, механика. Готовы? Раз, два, три! Мы буксуем, ёп! А вот ДСГ, видите? Корпус сразу. Сейчас где-то 80-100, пробуем, чтобы он ехал уже с третьей, не переключал. Готовы? Раз, два, три! Он сейчас переключит и, наверное, хуй едет. А он переключил, ебать, и мы, гля, поехали сразу. Корпус. Все, отпускаем мост. Потом взлетим, как форсажа. Сюда дорога нормально. И за мостом там развернемся. Плотно ехали, да, очень. И вот на переключении, 4 на 5, сразу корпус, мы поехали. Да надо делать все очень хорошо, чтобы ехать ровно с ДСГ. Готовы? Раз, два, три! Ну поехали, смотрим. Чуть быстрее у него раздулась тачка. И мы погнали. 180, 190, 200.
210, 220, и мы поехали. 2 литра, большая турбина, максималочку, блядь, ебать, 2 литра, все положил, хорош, на, суки, 260, ебать. Етик захотел за экспериора. 152 силы, 1.8, турбо, стоп. Посмотрим. Приор ядерная, вообще очень ядерная. Раз, два, три. А что у тебя такой пинок? А, она на механике, да, у тебя? Понял. Ну ладно, сколько на скорости на сошке, да? Ну дай прям какой. Да, да, да. Сколько скорости? 160. 160. Ну так будет. У меня пятая еще более-менее. Да, есть тут стопает, вообще пропасть будет. 4000 оборотов сейчас будет. Вот, на 4 у него вообще провал жесткий. У него еще тяжелый низ, у меня за счет степени все равно еще чуть-чуть держится. Так, ребята, готовы? Раз, два, три! Провалились. Да, помню. Вторая. Okay.